Всем привет! Добро пожаловать на канал Злобного Суслика. Сегодня у нас небольшое задание мира от мисс Лань, главы гильдии искателей приключений Льюэ. Эх, никому с ней не справиться. С кем? С подсказкой. Или скорее со слухами о сокровищах. Один искатель приключений говорил, что нашел подсказку к сокровищу в окрестностях долины Тянцю. Но что бы он ни делал, найти его... Он не смог, наверное, сокровище. Он прекратил поиски и передал эту подсказку гильдии искателей приключений. И теперь гильдия предлагает подсказку всякому, кто сможет эту так называемую подсказку разгадать. Любой искатель приключений может проследовать ей и посмотреть, куда она его приведет. Что кто разгадает загадку и найдет сокровище, получит всю награду. Но пока ни следа сокровища найдено не было. А если я найду сокровище, давайте я попробую. Согласно правилам искателей приключений, сокровище принадлежит нашедшему. Гильдии нужен лишь опыт по части решения таких загадок. Для искателей приключений ничего важнее его этого нет. Если тебе интересно, просто попробуй. Местоположение подсказки я отмечу на твоей карте. Можешь сходить и посмотреть. Хорошо, отправляемся победить всех врагов. Я же хотел посмотреть подсказку. А, не суть важно. Хиличурла, да? Сколько чудовищ, сначала расправимся с ними, а потом найдем. Пойдем искать сокровища. Хорошо пойман, само собой. Сначала побоедим чуть-чуть. Урона, правда, маловато будет. Надо ей, может, артефакт из других персонажей, пока я за нее играю, прикинуть. Ну, тоже вариант, на самом деле. Это ты зря сделал. Он теперь получает больше атак. Это карта сокровищ. Нужно ее изучить. Так, карта, на которой указано местоположение сокровищ. Гробница Дуньюй. Гробница Дуньюй. Так. Вот она, сама гробница с озерцом, которое я уже спустил. В унитаз это озерцо. Так, и что же мне здесь может быть? Так. Так. Это у нас. Ага, похоже, вон там, вот за тем вот деревом, находится сокровище. Ну-ка посмотрим, что там. Ух, надо, правда, сейчас аккуратненько так передвигаться вообще по горам Льюэ. Много где добавили взрослых геовишпов. Ну и как-то мне не очень хочется с ними драться. А, еще здесь вон агент Фатуи шастает. Так, но сокровище я должен искать где-то вот тут. Не на этом же месте. Где лагерь разбить, правильно? А, нет, на нем. Я думал, вот здесь вот. Если верить этой карте, мы уже близко. Так. Пойман, я все понимаю, но... У меня встреча с Идором. Привет, я тебя вижу. Так что видишь, Тенду Баншу, или как там. В общем, замерзли. Ты меня ударить хочешь? Молодец. Теперь страдай. Слышь, мужик, у меня такой щит от 32 хп, что ты вряд ли с ним быстро разберешься. Уж поверь. Тем более я тебя вижу. Так что, знаешь, это бесполезная задачка. Все. Так, агент готов. Фиолетовый ножик с него выпал. Это хорошо. Но, пожалуй, нам пора посмотреть, что здесь находится. Это клочок бумаги. На нем что-то написано. Давай скорее прочитаем.
Так, пышно цветет великое дерево, сотни сокровищ оно хранит. Посреди великой дороги можно встретить редкий товар. Что же скрыто под длинной лестницей? Кажется, здесь говорится, что нужно отправляться к огромному дереву, найти середину дороги, а еще сокровище спрятано под ступеньками. Ага. Так, найди сокровище с помощью карты. Странная записка. Так, это нам здесь надо смотреть. Под длинной лестницей. Так, середина дороги здесь. Так, журнал «Следователя руин» я уже читал. О, сейчас с Фатуями драться. А можно просто подойти, посмотреть и убежать, если не то. Мужики, привет, я здесь ненадолго, вы, надеюсь, не прочь. Так, богатый сундук. Так, быстрее собирать. Так, нате вам, поиграйте с столбиком, нате вам кролика, а я пошел. Давайте, удачи. Хорошо вам развлекаться тут. Я пошел. Меня тут нету, забейте. Все. Еще чего, мне с ними драться? Так, ладно, вот огромный. Она, видимо. Вон там, наверное, была середина дороги. Вот это у нас огромное дерево. Значит, так, лягушечки, вас на зелье пустим. Стой. Ладно. Не поймал, все равно. Так, а тут на что? Ну, богатый сундук. Неплохо. Ну, это, я так понимаю, не главное сокровище. Нам теперь нужны вон те ступеньки, правильно? О, рыба. Так, ступеньки. Пойдем копать по ступенькам. Так, сама будешь драться, да? Давай вот я тебе вот это поставлю, развлекайся. Так, копаем. Слаймы. Нету слаймов. Богатый сундук. И что же? Что это такое? Выглядит странно. Интересно, для чего оно? Ну, хоть что-нибудь да нашли. Давайте расскажем о ней, мисс Лайм. Так, ну да, сейчас посмотрим, что тут за странная коробка. Только, в конце концов, я думаю, я буду дальше качать навыки для друзей. Мне нужна слизь слаймов для этого дела. Так, что же там... За коробочка-то такая. Так, ну, странная записка. Коробка с чем-то внутри. Остается гадать, кто же закопал ее здесь. Да, открывать мы ее не будем, да? Ладно, пошли к Мислане. Ну что, ты что-нибудь нашел? Да, я нашел вот это. Что это? Никогда не видел ничего подобного. А где ты это нашел? Ну, я просто следовал подсказке и в окрестах долины Тянцю. Откуда такому взяться в долине Тянцю? Ясно. Спасибо за помощь с подсказкой. По правилам искателя приключений, этот предмет принадлежит тебе. И, конечно, вот твоя награда. Я также пошлю кого-нибудь в долину Тянцю провести более подробное исследование. Как странно. Мы прочесали долину Тянцю столько раз. Как можно было это упустить? Я нашел... Я нашел параметрический преобразователь. Прибор, который может трансмутировать материалы, превращая их во что-то другое. Для успешной трансмутации во время процесса использовать элементальные атаки. После получения трансмутированных материалов нужно подождать 7 дней перед повторным использованием. Этот загадочный прибор, который вы нашли в руинах, способен ускорять цикл и преобразовывать материальные объекты. Вообще говоря, все находится в цикле. По артериям Земли постоянно текут элементы и воспоминания. Гнилой закатник вернется в Землю, а выросшие из нее деревья однажды принесут сверкающий плод. Так, разместить... Ага. Параметрический преобразователь. Ну и что ты мне можешь преобразовать? Так, добавьте предметы. Качество 150. Наверное, в количестве. Ну ладно, чтобы начать трансмутацию. Так, чего у меня дофига? У меня дофига свитков
Наверное, разбитых масок больше всего. Давайте я могу удерживать кнопку их добавить. А, нет. Так, а, то есть... А, стоп. Вот же. Вот же здесь кнопочка максимум. 150 штук. Ну ладно, начать трансмутацию. После добавления предметы нельзя получить назад. Так, ну давайте начать трансмутацию. Так, так, параметрический преобразователь 2. Инструмент. Процесс трансмутации. Вам необходимо использовать элементальные атаки, чтобы повысить... Так, чтобы произвести достаточно энергии для проведения трансмутации. Вы сможете получить преобразованные предметы, как только процесс трансмутации будет завершен. Хорошо, ну давайте-ка я попробую огнем тебя шарахнуть. 5%, зашибись. Ну может так лучше. Коготочки. А, я думаю, это будет очень надолго, поэтому... Сейчас я вот думаю... А, возьму Лизу. Думаю, это будет неплохим вариантом. Так, пока отошел дальше, чем собирался. Со своими сибири-басай. Мисс Лань, я постараюсь тебя не шарахнуть электричеством, так что не шугайся. Так, и последнее. Щабадабам. О, получено. Трансмутация призвала следующие материалы. 40 тысяч моры. Одни синие цепи. Один кусочек вот этого. Кучу зеленых предметов. И осколки гео. Охренеть, я буду этим, это буду делать каждую неделю. Это же, это без, считай, бесплатный за мусор. Это жду. Ой, ладно, ребят, а на этой радостной ноте я пойду, нет, не прощаться, я пойду забирать достижения. Мы же получили достижения. Трансмутация нуклида. Выполните одну трансмутацию материала с помощью параметрического преобразователя. Получаем, и 5 камней истока у нас в карманчике. Ну а теперь я спокойно уже смогу с вами попрощаться. Увидимся в новых видео. Увидим новые элементы Тивата. Так что, до встречи. Пока.